«Война глазами детей», «Дневники детской памяти», музыкальный спектакль, поставленный совместно участниками детской хоровой школы и артистами театра оперы и балета. Щемящий, пронзительный, берущий за душу. «Мама, нам все кусочек какой-нибудь подсовывала по ночам, жалела нас, а сама говорила, нет, нет, я не хочу есть. Ей, знаете, как-то все время не хотелось есть, и мы верили ей». Постановки юных артистов готовили буквально с нуля. 2 месяца ребята с педагогами и режиссерами читали книги о войне, смотрели военные фильмы, встречались с ветеранами, полностью погружались в историю. Если бы вот поставить первый и последний репетиции, то это небо и земля. Если вначале это серо, неэмоционально, спокойно, то вот то, к чему они пришли, поверьте, я на всех репетициях была, на вчерашней премьере, смотрю, и каждый раз, в тот момент, когда дети там читают воспоминания о войне, у меня у самой текут слезы. Зрители – ветераны Великой Отечественной. Выступать перед такой публикой особенно волнительно. Кому приходилось быть в окопах, на переднем крае, они все эти тяжелые вещи, у них врезалась в память. И поэтому, как только об этом разговор, как на экране всплывает. Поэтому это очень тяжело. Страшные события в глазах детей страшнее в 100 раз. И уже это должно заставить взрослых о многом задуматься. Лариса Шлафаст, Марина Матвейшина, Алексей Золотенков. События.